Всем привет! Я сегодня включилась для того, чтобы снять видео Get Ready With Me. Собиралку со мной. Буду собираться я с вами или вы со мной. Начнем. Так как у меня, в принципе, мой блог уже давным-давно не о косметике, но бывают вопросы, запросы о том, чем же я пользуюсь, что я выгляжу в последнее время так хорошо, хотя, ну, я бы не сказала, что выгляжу хорошо, выгляжу обычно, ничего особенного. Покажу вам вот такую вот умывалку, мне давали ее подарок The Body Shop на основе чайного дерева, эфирного масла чайного дерева. Она ничего плохого не сделала с моей кожей, но она воняет керосином. Я вот за это и не люблю эфирное масло чайного дерева, потому что оно воняет керосином. Умный крем, вечерний. Честно сказать, ну ничего особенного. Я, в принципе, не ожидала ничего заоблачного, но честно вам скажу, этот крем именно для молодой кожи, я так подозреваю. Потому что у меня кожа уже, извините меня, не особо молодая, и нужен уже более интенсивный уход. Поэтому такие крема, в принципе, они уже как припарка мне. Я не вижу никакого эффекта, я не вижу даже ухаживающего эффекта. Иногда, если переборщить им, то получается какой-то эффект маски, вот честно. Меня даже первый раз обсыпало из-за него, потому что закупорились поры от большого количества крема. Ну и воспользовалась кремом под глаза от израильской косметики, которая называется Herbals. И приступим к макияжу, супер-супер летнему макияжу. Какой же макияж без косметики? One moment. У меня, в общем, есть вот такая вот косметичка огромная. На мой взгляд, огромная, хотя раньше у меня было косметики довольно-таки намного больше. Я ее брала в Воронеж для того, чтобы краситься. Но на самом деле, я когда приехала сюда, только я красилась совсем чуть-чуть. Не потому что жарко, а потому что надоело мне краситься. Потому что это все задолбало меня. И сейчас я использую буквально, я вам даже покажу, сколько средств. Все, 6 средств из всей косметички. Остальное все, ну, допустим, бальзамы я иногда меняю, либо вот этот вот от Нивеи, либо от Yves Rocher я использую. Так, я приблизила чуть-чуть камеру. Бальзам. Мой любимый от Nivea, который Pure and Nature. Я его обожаю. Вообще, нивеевские бальзамы, они самые-самые лучшие для меня. И чтобы мне не мешали волосы, я их немножко уберу. В принципе, не немножко, а множко, потому что они меня задалбывают в такую жару. Я их ненавижу просто, и... Блин, как я рада, что я подстриглась. Наношу консилер. У меня от Better Skin во втором оттенке. На данный момент я, кстати, собираюсь в кинотеатр. Я хочу сходить на фильм очередной, который называется «Великан добрый». Что это такое? Так, нанесла консилер тонким слоем, буквально, чтобы просто выровнять. Как-то все сравнять, хотя у меня здесь вот красное такое лицо, и да, у меня здесь недавно надавленные прыщи. Я не знаю, как я это все буду терпеть, скрывать и все такое. Может быть, стоит нанести тон, конечно, но пока мне этого не очень хочется. Для губ у меня от Divash. Это, кстати, мой фаворит. За весну и за лето однозначно. Мой ни один повседневный макияж не обходится без этого средства. Еще я его нанесу на щеки.
у меня новая тушь Люкс Визаж. И обычная черная с силиконовой кисточкой, но довольно-таки пушистой. В общем, в принципе, я ею уже пользуюсь не первую неделю, и она меня вполне устраивает. Так что я сейчас, в принципе, отправляюсь в кино. Ну, не именно сейчас, а вечером. Сейчас я хочу выйти и для друга посмотреть футболку с Бэтменом, со значком Бэтмена. Друг очень просил. Я знаю, они в твое продаются. По крайней мере, у нас в Ступино я видела их. Здесь я не знаю, будут они в твое или нет. Хайлайтер. Эти высыпания, я их, кстати, может быть, сейчас даже замажу консилером. Беру тоже консилер. Беру спонж влажный. Если бы я не надавила ничего, было бы все нормально. Ну, я же как обычно, мне же, когда на выход, нужно обязательно что-нибудь довыдавить. Без этого вот просто, Полина, ну никак. В общем, да, может кто-то скажет, что я краситься не умею, но это и не нужно уметь краситься. Я не визажист, я не какой-то там, я не знаю, эксперт. Я обычная девушка, которая хотела бы не краситься вовсе. Вытереть губы. У меня села камера. Мне интересно просто, девушки, вы летом много косметики вообще наносите? Или вообще по минимуму, либо вообще не пользуетесь ничем? Вот мне просто интересно. И также мужчины, так как большая часть меня мужчин смотрит, я хочу у вас узнать, как вы вообще относитесь к тому, что девушки красятся именно в любое время года. Удобно ли это, неудобно, потому что я знаю многих парней, которые рассказывали, как они приходили на свидание, сейчас же мода на матовые помады, да, и девушки приходили с очень ярко накрашенными губами, парни просто были в замешательстве, как ее целовать. Поэтому у меня вопрос к вам, как вы вообще относитесь не только к помадам, к блескам. Я знаю, многих парней бесят блески на губах, они смотрятся красиво, сами парни говорят, но это мешает, допустим, целоваться, не очень приятно, либо нужно вытирать заведомо, это куча геморроя. В общем, нет эффекта неожиданности, нет какой-то романтики, да. Я, допустим, кстати, предпочитаю на свидание, либо если я с молодым человеком гуляю, я предпочитаю обычный бальзам на губах, и то по минимуму. Хочу знать ваше мнение, девушки и парни, выскажитесь. Это и все, я в принципе готова. Надеваю джинсы, беру сумку и отправляюсь в поход. Я собралась буквально, я вам сейчас скажу, ну за минут 10, наверное, где-то так, чтобы не соврать уже уж слишком. Я надеюсь, вам понравилась просто болтовня со мной, просто какие-то посиделки. Я с вами прощаюсь на этом и всех целую, обнимаю. И пока-пока-пока-пока.